Ты знаешь, что такое Илон Маск? Я нет, я не знаю, кто это. Ну тогда мне с тобой не о чем разговаривать. Так-с. Какую вообще Советского Союза с самого начала пойдем? Стоять. Еще раз. Чего? Первая миссия Советского Союза? Какие миссии? Мы будем орать штурм с другими игроками. Ты имеешь в виду друг против друга? Да. Нет, против компов. Ну так я же говорю, если против компов, то... Я не знаю, объясни, Антон, как там, что там, я не понимаю. На прохождение совместно. Первую самую миссию? Искра, получается, самая первая называется, или какая? Да погоди. Вот та вот чухня, то, что я видел, как она называется? Штурм против компьютера, или что это-то? Антон? Да. Что да? Ты спросил, штурм против компьютера? Да. Ну вот надо ее найти. Чего тут находить? Создал. Пиздец, как тяжело нам с тобой. Хватит жрать. Антоха, создавай. Пришло какое-то приглашение? Да, мне загружается сейчас штурм. А ты, Димон, не забыл мод выключить? Выключил. Опа! Фига себе. Кстати, у меня что-то не может... Не будешь войти в игровой чат, проверьте свое соединение. У меня тоже такую херню пишут. Мне кажется, у них сервера, по крайней мере, чатовские, лежат. А, это всегда было. Всегда? Да. Ну, теперь самое сложное — дождаться кучу народа. Later. Надо написать, наверное, в чат ему, что подождем еще пару человек. Или же... О, еще читер, блядь. Леха, сомнительный ник. Будем ждать еще или так запускать? Как вы думаете? Ждем. А, стоп, у меня не тот чат выбран. Ёптить. 8 человек, 3 человека осталось. Ну, у читера, кстати, он... лычка какая. Антон, кота, блин. Крутой? Терпение не выйдет. Антон крутой? Еще раз. Читер крутой? Посмотрим. В принципе, может быть, если читер хорошо играет, то... Мы вчетвером здесь... Пройдем. Ага. Ага. Later. Против першингов. Японскими морпехами воевал. Секира? Какой-то чудак. Ну, в принципе, если 5 человек наберется, то, наверное, буду запускать. Потому что тут мы хрен дождемся. Антон, ты долго ждешь этого? А что? Ну, ты же больше играешь, я тебя спрашиваю. Не пойму, к чему вопрос. Я хочу узнать, долго ли эта процедура занимает? Час, полчаса, 5 минут? Процедура какая? Набор людей? Да, ожидание игроков. По-разному. Бывает, залетает сразу. Бывает минут 15. Ага. One eternity later. Ой, это... Шапас. Это сначала, короче, оборона. Потом мы будем атаковать. И потом опять будем обороняться. Ты это знаешь? Антоха уже все знает. Это интересная карта. Мы за час можем пройти? Да. Если реально. Часа 4 тут надо. Нет. Самое главное не терять бойцов.
Потому что они потом все понадобятся при финальном обороне. Mm-hmm. Читер, кстати, довольно быстро загрузился. Это все читеры помогают. Нормально. Читер сейчас как бы не начал читерить этот читер. Слава богу, майор, вы прибыли. Немцы атакуют нашу позицию. Мы должны удержать ее любой ценой. Так, что у нас тут? Два человека у меня. Да, командир. А в машинах что-то есть же тут? Здесь автоматических компьютеров. А, ну и гранаты еще всякие. Ремкомплект уже в машине. Впереди какой-то хам. Моцик едет. Понимаете, народ, если есть медики. Есть. О, Димону дали броник. Да? Да. Кажется, двойную дозу морфина схватил этот стрелок. Его два этих ваши бойцы медика одновременно. Задание атаковать позиции противника. Мы рассчитываем на вас. Да, командир. Димон, бери сразу своему этому офицеру, который командир. Молодец,
отделение. Берем им МГХ, у него хорошие пути. Здесь есть несколько хороших мест, которые можно использовать броником управлять сейчас будет. Пока вы наступаете на позиции противника. Да, командир! Я еще пушки, то есть пытаюсь разобраться. МГХ у меня, кстати, офицер есть. Сейчас я посмотрю, где тут МГХ. Укрепление, высланные штабы. Я уже одну нашел. Даже способность запрашивать их самостоятельно за захват каждой из трех линий обороны. У меня одного стрелка на... Удачи! Автоматчик. Блин. Надо вылечить меня. Одного стрелка на автоматчика. Ну, автоматчик мне не нужен. Забирай. Вот автоматчик тут. Слушаю, командир. Слушаю, командир. Давай, наверное, пробуем машину читировать. Что? Пойдем машину читировать. Дай читер. Хорошо. Кнопки. Так, МГХ, поднимитесь. Что говоришь? Одна МГХ здесь есть. А, блин, у кого там аптека есть? Там одну вашу положили. Противник по левому борту! Ух, нихера себе. Простреливает так здорово. У меня ПТРСные патроны. Опять одного положили. Где? Вон указал. Да,
по ТРС и в автомобиле здесь патроны. Мешки с песком есть. Крепкий. Майор, противник подорвал один из наших танков поблизости. Посмотрите, можно ли его отремонтировать. Это будет иметь большое значение для гарантии нашей победы. Штаб, да что ж такое? Еще подкрепление, включая бронетехнику. Прибыло подкрепление. О, да. Тебе танчик дали? Припасами сбросил. Какая-то техника едет. Флаг, по-моему, флагпанцер. Промазал я. Есть. И тут вам. Есть. Есть. Ну все уже там, по идее. А нет, я пехоту убиваю, у меня классно. С него. Сладко, понял? Ага. О, все. О, все, еще если один скатерит, все, жопа будет. Я шлепну. С броневойного ружья его. Блин. Теперь он не починит. Ну, кстати, да, его нельзя починить. Что-то читер не сильно умно сделал. Никто не собирается дальше чуть-чуть идти. Все летает. Бронебойщик один теперь есть.
Да, там вот домики сидят. Опа, ты стрелок мертвый. Где? Сейчас. Опа, пушка, хлопушка. Я забираю. Стрелок поддержки и... Ты что говоришь? У меня стрелок поддержки, он ПТ оружие не имеет. Вот тут. Скинь, скинь. Скинул. Есть. Я чётенький пацанчик. Ого. Остин, так он, по-моему... Ой. Ну, что-то он без ничего. Ой, Антоха, извини, это помоет. Ну, ну, я, по-моему, по тебе фугасом бах. Ну, то его вылечили уже. Да, я его поднял. Сейчас я буду пехотой подходить. Опа. Там у нас... Зашей. Ага. Он где-то здесь сидит. Ты мины ставит? Нет, наверное, этот мешки с песком. А танк не может пополняться с под? Нет, с этих нет. Блин, хреново. Там у нас трупы впереди. Попробую поднять. Бляха, справа там. Направление! На счет 3-4. Сделаю, товарищ командир!
командир! Да, командир! Слушаю, командир! Чучков у нас нету. Ну, видимо, или героическая из-за того, что, или... А, Антон? Точку надо захватывать. Чуть-чуть по-другому сделать. В атаку смотрю, осмелели. Командир отделения тут сидел, нифига себе. Ой, у меня осталось 400 патронов там. Что горит? Машину? А что сделали? Взорвали машину? Это читер, который мы отдали башку? А ты говорил отдай, отдай. Не судьба, я понял. Я отвожу танк на... Это... Патроны укомплектовать. Укомплектование. Ага. Посмотрите, кто-то вострит быстрее, чтобы не исчез. Там патроны пулеметные. Да он уже исчез. Каким-то нагрудным знаком командир танка. Ой, слушай, мне дался командир танка. Ветеранский уровень его. Нихера себе, что это произошло. Кто-то так вынес кучу пехоты. Мы захватили стратегическую точку. У нас уже 350 очей есть, которые сейчас какой-то день может потратить. Что можно взять? Это 70. С
стоит ли вообще брать Т-70? Не особо. Здесь три можно взять. Только не бери ПТ. Кто-то кого-то уже взял. Пехоту взял. Разведка сообщает о вражеском танке, защищающем позиции впереди. Мы должны его ликвидировать. Опа, 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 опа. Тигр стоит. У меня стрелок Геннадий Власов. Пак 38. Пантера, японский градовик. Ты не шутка. Ой, Т-34 шлепнули. Я сваливаю отсюда. Охереть, блин. Молодцы. У меня единственный танк, который может хоть что-то, хоть как-то. Я сваливаю. Ну давай. А, она едет сюда. А ну-ка иди сюда. Голубец. Голубец. Теперь она не едет сюда. Да, знамень. Теперь перегруппировка. Что ты говоришь? Купить для перегруппировки надо. Ладно. Сложите. Ну блин, умная, с правой стороны. Интересно, у меня получится хоть конём? Так, 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 так. Это козлина на меня. А? Я башню сломал, я и башню сломал, я и башню сломал. Я и башню сломал. Поняли, пацаны? Я выбил из ДКПЦ. Ага. Это я выбил из ДКПЦ, вон, смотри. ДКПЗ я убил. Давайте в атаку, пацанчики. Видишь, я сказал, что я могу. И практикую. Хедзер. Аккуратно, это Мардер. А, Мардер? Далека я не увидел. О, пантерка еще живая. Сейчас я еще раз в башню пошлю. Давай, закидывай что-то ей. Только ее надо захватить в плен. Только не сжигать, ёб вашу мать. Не сжигать, пиши, Антоха, как писать чат? Он дебил, снил все свои. По башне стрелять. Я стреляю по башне. А не, я про который подошел к нему. У меня гранат нету. Все простреливает. Попробую башню опять там зарядить. Я что-то не могу его пробить, башню. Вы превосходно справились с уничтожением их танка. Командование батальона предоставило вам дополнительные резервы. Что там, Мардер? Живой? Живой. Ну, он подъехал. Надо его подсветить. А, он сейчас сам подсветится. Thank you.
ничего не делают. Что, то же самое? Смотрите. Слушай, он сейчас пропадет. Ну да. А что вы хотели с ним? Мне патроны есть на и. О, отлично. Возьми эти боеприпасы, да. И возьми на всякий случай ремкомплекты. Да, ремкомплекты забирайте. Динамит тоже можете взять. Оно не подходит мне. Так возьми эти пулеметные. Да я все забрал туда. И с этого забери, с ДКФЗ. Так, я пока заправляюсь. У нас тут в начале вообще пулеметы там есть, моцики есть, кстати. В принципе, можно какой-то моцик, а у Антохи машина там есть. Когда я переливал с Т-34 бензин на Т-70, мне сказали, что он выглядит подозрительно. Слушай, что выглядит подозрительно? Ну, то он начал раньше, выглядит подозрительно. Ого, тут штурмовики вражеские были с динамитом, с какими-то шлемами крутыми. Я позабирал у них эти гиверы с оптическими прицелами. Что, серьезно? Нифига такие себе. Есть? Да. А ну, я хочу посмотреть. А где-то лежат вообще еще? Я только все, что было, я все забрал. Ну, есть обычный гивер, он валяется. А где, покажи с прицелом. Покажи, где он. Дай мне его. Как посмотреть? Видишь, мы два моих стрелка? А, вижу, с оптическим, Г-43 с оптическим прицелом вижу. Это снайпер, короче. Был. О, там оптическая винтовка. Передняя дистанция. Автоматчиков, автоматчиком эти СТГ-хи берите. Ух, тут панцир эти. Панцир Шреки. G43. Что такое G43? Это гивер, оптическая винтовка, но без прицелов. Сделаем, товарищ командир! Прибыло подкрепление! Опа! Да, командир. Мне показалось. Мне не показалось. Шо кому? Шо кому? Шо кому? Зарядите скачный!
я вижу еще дивер статический. Группу ее давай. У меня нет никого. Нет стрелка? Нету. У меня тут и там. Стрелок. Нет, тут и там. Он вот тут, короче, валяется, где-то здесь. Да. Ага, вижу. Тут вот, дай. Слышишь? Что? Ссылку отдает Иви. Уже, да, есть. И вот у меня мощный. Перестрел. Да что-то урон у меня такой слабый этой с оптическим. Опа. У меня погоня. Ладно. Там FG, FG-42 у того. Я моцик подчинил сейчас. Ух ты, в моцике лежит уже мосинка. Ты ее уже блутал. А моцик можно через колючую проволоку ездить? Не знаю. Не, не может. Бочка лежит пустая. Бронебойщик или бронебойщик поддержки есть? Нет. У меня вроде был бронебойщик. Ну, а где он это? Нужен? Просто панзершрек. Что у него есть? Что а? Говоришь? Панзершрек здесь валяется. А ну ткни где. Вижу. Забираешь? Да. Парашютист? Ого. Гренадер. Гранаты матерые, блин. А эти СТГ есть где-то еще? Что за СТГ? Ну, типа калаша. Где-то валялся, да? Бери. Ага, сейчас. Бляха. Что такое? Ты такой спецназ теперь прямо тут.
ППШ валяется, пулеметные патроны. Так, ладно, что ты не воюй. Пока что у нас тут переоснащение. МГФ лежит. Ух ты, на крыше, ты смотри. Лутали все. Ну, почти так. Да. Больше нету места в инвентаре. Куда завалил? Я не знаю, может он бежал рядом. Там уже бежит кто-то воскрешать. Он, наверное, он за него заныкался, я, наверное, повернулся. Что-то лагает. Там вагон взорвался.
он выстрелил здоровому. Собака там прячется за... Где-то за... Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Пушка! Да, там пушка. Пи***ц. Подорвало твой танк. Надо все опергруппу вместе собрать. Кто вышел вообще стратегическую точку? Не знаю. Зря захватили точку. Майор, поставьте укрепление вокруг нового полевого штаба. Разведка докладывает, что силы противника вспомнил. Вскоре попытаются вновь занять эту позицию. Пипец. Все, я отхожу, я не играю в эту игру. Чего-чего? Я отступаю и не играю в эту игру. Так, надо думать, где будем держать оборону. Просто, их просто до хера, они будут со всех сторон тут сейчас идти. Вон, собирайте СТГ-хи, собирайте эти... Что можно и не сделать. Так, 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 так. Выполняю. Выполняю. А на эту линию обороны можно, которая дальше идет? Не знаю. Может и можно, но вряд ли стоит. Так, куда бы снайпера вообще посадить? Выполняю. Слушаю, командир. Будет исполнен. Будет исполнен. Да, командир. Да, командир. Прибыло подкрепление. Будет исполнено. Сделаем, товарищ командир. Слушаю, командир. Будет исполнено. Будет исполнено. Слушаю, командир. С передовой нам докладывают о массивном наступлении противника. Судя по всему, враг собирается нанести удар. Так что приготовьтесь защищать новый полевой штаб. Да, командир.
Слушаю, командир. Да, командир! Да пофиг, мы обосремся. Я чувствую это. Там состав. Состав, кстати, можно было бы отогнать. Ого. Что-то серьезно едет. Людьми. Ну чего? Меня людьми обделяют. Я смотрю, сколько много у вас пацанчиков. Ну если я могу, в принципе, дать кого-то, но сейчас я пока. Не, ну мне. Бля, не надо. Броник никак не могу подбить. Танк там спрятался, так хорошо. Монстра Шрека нету. А, минус пак. Первого. Занят я пока. Ну
место. Разведка докладывает, что подкрепление уже в пути. Держите позиции. Нужно устоять любой ценой. Ты пробиваешь? Я не мог пробить его. Да я тоже не мог, но в конце концов пробил. Блин, с правого фланга там бронебойщик нужен. Блин. Да что ж тут? Блин, сидеть, лежать. Стреляй давай, падла. Такая куча народа, блин. Так. Он вообще нахуй. Ты пантеру я остановил. Да, командир. Так, ладно, 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 ладно. На тебе, получишь пантешек. Пантерка, давай, функционер.
Он сумер, с**ка. А, промазал. Ладно. А, собака. Да, справа фланга. Жестко что-то. Раздавим врага. За родину. Прибыло подкрепление. Что такое 20 сек? Осталось держаться. Жесть. Рубероид. Танки едут. Ликвидируйте остатки вражеских пехоты и оттесните их. В атаку, в атаку. На. Летить, колотить. Охренеть просто. Я поднимаю, короче, всех, кого вижу. Да, поднимаю, потому что у меня один человек только. Типа смелить всех. Что? Чуть не проиграли. Ну да. Были в ящике. Дальше будет ты играли уже конец? Конец. Не знаю, сейчас посмотрим. А я тут ремонтирую танки. Прибыло подкрепление. Блин, даже гранат нету. Четверки через здание повалили. Как их
Фига себе, спонсор Шрека. Ба-ба-ба. О, я очень плохой. Я пока враг лечился, я его пристрелил. Продержали выдающуюся победу во славу Родины. Не на правом фланге нас, конечно, жестко продавили. Ну да, на левом, конечно... вообще-то на левом продавили. Да их на левом, на правом. Да на левый, правый еще держался, хоть тех странных окопах, а левый там вообще трудец. Ого! Знаешь, какая эффективность штурмовика-стрелка моего? Ну? 23 200%. Угу. У меня 4200. У меня 7800 стрелка, который с МГХ бегал. Геннадия Власова.